Глава 12. Превыше знания и свободы. Всевышний сказал: «О Удхава, лишь в сообществе со святыми, верными моими слугами, душа способна разорвать узы суетного мира и обрести меня. Ни восьмиступенчатый путь соития с высшим «Я», ни развлечение стихий, исповедание ненасилия, изучение священных преданий или верность обетам, ни отрешенность, ни жертвоприношение, благие дела, раздача милостыни или усмирение плоти, ни поклонение богам, творение тайных молитв, хождение по местам богомолья или верность заветам и запретам, никакое действие или бездействие не поможет обрести меня. Во все века к существам, повязшим в состоянии возбуждения и помрачения, нисходят во спасение рабы мои верные. Демоны и бесы, птицы и звери, ангелы, райские девы, аспиды, волхвы, чародеи, духи лесные и небесные пророки, дикари, торговцы и рабы, женщины и прочее создание ступали в Царствие Божие милостью святых. Их благодатью жизнь вечную обрели демоны Вритра и Прохлада, Вришапарва, Бали, Бана, Майя, Випхишана, звери Сугрива, Хануман, Джамбаван, Гаджендра, Джатаю, Тулабхара, Дхармавьятха, Калека Кубджа, пастушки Враджи и жены жрецов. Они не изучали священные книги, не поклонялись первосвятителям, не блюли суровых обетов и не усмиряли свою плоть. Они обрели меня в сообществе моих любезных слуг. Все обитатели Вриндавана, пастушьи жены, коровы, деревья, звери, травы и гады подземные стяжали высшую благодать любви ко мне и ступили в мою вожделенную для каждого обитель. Меня невозможно пленить мудрствованием, отрешенностью, силою воли, добрыми делами, воздержанием, подвигами духа, жертвоприношениями, ученостью, красноречием или нестяжанием. Жены пастухов Враджи поверили мне свои сердца без остатка. И столь сильна была их любовь ко мне, что когда дядя мой Акрура увез нас с Баладевую в столицу Пходжиев, пастушки от горя едва не помутились рассудком. Однажды потеряв меня, они никогда более не радовались жизни, не питали надежд и ни в чем не находили утешения. Ночи со мною в рощах Вриндавана пролетели для моих любимых как одно мгновение, а ночи в разлуке были для них как целые дни Брахмы. Как реки теряют русло, впадая в океан, как мысли теряют имена во время созерцания, так возлюбленные мои теряли себя в думах обо мне, забывая о своей плоти, долге и будущей жизни». Все те сотни тысяч замужних женщин, что вожделели меня, не ведая моего подлинного величия, пленили меня в свои любовные сети и владели мною безраздельно. Потому, любезный Удхава, ты без сожаления отринь свой долг и приступи запреты. Презри путь воздержания и путь пресыщения. Истреби в себе желание слушать о долге и забудь все,
что прежде о долге слышал. Предайся мне, душе всего сущего, беззаветно и безоглядно, и я заберу твой страх. Удхва сказал: «О властелин над царями, даже услышав тебя, я остался полон сомнений. Ум мой по-прежнему в смущении». Всевышний отвечал: «Я тот, кто входит жизнью во всякое существо и затем наполняет его нутро жизненным воздухом, что, поднимаясь, превращается в скрытый звук, коей выше становится мыслью, которая еще выше проявляется в разных видах гласных и согласных, что складываются в слова, содержащие смысл мой и смысл меня. Как огонь первоначально обнаруживается в виде жара в растираемых друг от друга дощечках, затем, соединившись с воздухом, обращается в искру, которая, сдобренная маслом, вспыхивает пламенем, так я постепенно проявляюсь звуком премудрых вет. Речь, действие, передвижение, исторжение, обоняние, развлечение вкусов, осязание, слушание, рассуждение, разумение, самомнение, первичное сжатое вещество, переходы помрачения в возбуждение, в просветление и обратно – все это мои проявления в осязаемом мире». Изначальное, неосязаемое существо на определенном отрезке своего бытия приобретает три свойства, что составляют его осязаемую природу. Первоначально он един и невидим, но во времени он, обладающий несчетными силами, приумножается в образах, подобно тому, как семя, попавшее в лоно, преобразуется в отпрысков. Вселенная состоит из многообразного проявления единого существа, как тканное полотно из продольной и поперечной нитей, которые суть – единая нить. Вселенная – это сложенное из его зримой силы безначальное древо, на коем произрастают цветы и плоды счастья и страдания. Древо это имеет два семени – грех и благодеяние. Сотню корней – желаний, три нижних ствола – основных состояний и пять верхних – стихий. Оно источает пять запахов, предметов ощущений, имеет 11 ветвей чувств и гнездо, где обитают две птицы – отдельная душа и мировая душа. Древо покрыто тремя слоями коры – ветер, огонь, слизь. Приносит два вида плодов – счастье и горе, и тянется к солнцу, просветлению. Миряне, кто есть птицы хищные, вкушают с того дерева горькие плоды страданий. Отрешенные мудрецы, птицы-лебеди, вкушают сладкие плоды блаженства. Кто, по примеру мудрецов, видит вселенную как обманчивое многообразие, тот постиг суть изреченного Творцом слова «Веды». Потому, Удхва, ты должен почитать
учителя, который в награду за твое служение вручит тебе острый меч знания, коим ты уничтожишь свое неосязаемое тело, сотканное из понятий и опыта, и чистым существом предстанешь пред единую душою бытия. Тогда только ты сможешь отвергнуть знание и долг, но не прежде.